В играх существует несколько великих серий, которые можно назвать патриархами того или иного жанра. И такие серии до сих пор живы, по крайней мере во многих геймерах, а некоторые и до сих пор издаются, и одна из них – Меч и Магия. Мне кажется, процентов 95 геймеров, по крайней мере, не только слышало, но и играло в какую-либо часть Меча и Магии, или в оригинал, или спин-офф. Но для большинства в понимании данная серия не более чем противостояние светлых рас с темными, где события происходят в каком-либо магическом мире. И только некоторые знают или помнят, что это целая удивительная вселенная со своей многовековой историей, хотя в последнее время разработчики и мало уделяют внимания и просто штампуют новые части, мало заботясь о каком-то глобальном сюжете. Более подробно разбирать серию я начну с шестой части Меча и Магии, и на это есть ряд причин. Во-первых, все же утекло довольно много времени, и уже как-то не очень хочется играть в игры 87-95 года. Ну и во-вторых, с шестой части начинается новый виток в сериале с более расширенными возможностями, и именно эта часть кажется мне наиболее подходящей. Для начала обзоров, хотя знаю, что со мной могут поспорить фанаты, ведь для некоторых эпогейм совершенства является четвертая и пятая игра. А данное видео я хочу посвятить вселенной игры и рассказать, что же происходило до событий шестой части. Историю вполне можно начать так. Давным-давно в далекой-предалекой галактике жила, да и по сей день живет таинственная и загадочная раса древних. Кто они, откуда, да и как выглядят, неизвестно. Известно лишь то, что они очень технологически развиты и что любят открывать новые миры, а затем колонизировать их. Правда, не сами, сами они находятся в этаком главном центре управления, откуда следят за подконтрольными планетами. А вот колонизаторами являются младшие расы – эльфы, люди, гномы и тому подобное, которые появились в результате работы древних, так сказать, в лаборатории. Младшие расы считают древних богами и практически безукоризненно следуют их воле и строят в их честь храмы и святилища. Связь центра с колониями происходит посредством спецволн, воспринимать которые может специально обученный персонал, именуемый провидцами. Именно через них древние передают свои указания и предупреждают об опасностях извне. Колонизация новых планет происходит следующим образом. Спецзонд находит подходящую звезду, возле которой есть более-менее подходящая планета. Планета проверяется датчиками. Если в ней что-то не подходит, вроде мало кислорода или гравитация ниже или выше, то с центра стартует корабль с оборудованием и киборгом, который приведет все в норму. Также существует возможность создать мир с нуля, если в какой-то солнечной системе вообще нет подходящих планет. Но процесс этот более трудоемкий и заключается в том, что в нужную точку направляется парочка огромных стыковочных платформ, имеющих уже свою атмосферу, моря и сушу, и некоторые формы жизни. При достижении цели платформы скрепляются и терраформируются в шарообразную форму. Затем дается толчок, и уже планета начинает свое движение вокруг звезды. Далее идет дело за колонистами. Если мир создается с нуля, то они уже находятся на платформах, которые вылетают с центра. А если мир нужно заселить, то строится транспортник, именуемый Тутварном, который представляет собой крошечный мирок, однако прекрасно вмещающий парочку государств. Солнце на Варне искусственно созданное. Полет с центра до новой системы происходит столетиями, и за это время сменяются несколько поколений малых рас, ну а для древних это небольшой срок. По достижению цели Варн спускался в мир, и с него как-то сходили младшие, где обустраивали свой новый быт. Правда, не совсем понятно, что дальше происходило с Варном, но скорее всего он становился спутником данной планеты. Так вот, звездная экспансия продолжалась достаточно долго и довольно хорошо, пока однажды древние не натолкнулись на еще одну развитую расу – породители. Так же, как и древние, породители занимались колонизированием планет своими малыми расами – демонами, но было у них и большое отличие. Если первые старались сильно не вмешиваться в жизнь меньших и давали им свободу, то вторые предпочитали жесткий контроль, и шаг влево без приказа был равен расстрелу. И вот из-за малых точек соприкосновения между ними началась война, в результате которых все планеты на границе были опустошены. А сами они непригодны для жизни, хотя породителям пришлось отступить. Древним стало жалко эти миры, и они решили их снова оживить и колонизировать. Для этого предприняли проект, который назвали «Большой эксперимент». Первый этап которого состоял в отправке в данные миры спецоборудования для восстановления экосистем. Контролировать процесс должны были киборги, и почти все получилось.
Почти потому, что в одного из киборгов, который занимался восстановлением Терры, закралась ошибка, и он возомнил себя богом и сам начал создавать всяких мракобесий вроде нежити. Древние не стали отказываться от плана ради этого недоразумения, лишь слегка подправили его. Был создан огромный планетоид, вокруг которого как спутники роились варны. Планетоид должен был облететь все восстановленные миры, где будет оставлять корабли колонизаторов для их дальнейшего заселения. И конечным пунктом выбрана Терра с мятежным киборгом с именем Шелтем, куда помимо варнов опустится другой киборг, Корок, с заданием уничтожить лже-бога. Так и поступили, однако Шелтом не захотел ждать, когда за ним придут, и посредством Звездных Врат перехватил планетоид на полпути к Терре и перенаправил его маршрут на ближайшую звезду, до которой было пара сотен лет пути. Тут и начинается первая часть игры. Мы искатели приключений, и под наше руководство попадает несколько героев со своими способностями. Живем мы на одном из варнов и, естественно, не знаем, что это транспортник, ведь для нас это целый мир. И однажды встречаем провидца, который говорит, что нам предначертана великая миссия, и мы должны явиться в одно из святилищ, расположенных где-то за 3-9 земель. В этом и заключается весь сюжет первой части. Мы исследуем мир, воюем с животными и бандитами и понемногу продвигаемся к святилищу. Войдя в него, мы видим человека, который представляется Кроном, и говорит, что у него для нас есть задание, от которого мы по сути не можем отказаться, так как от этого зависит судьба миров. Мы, естественно, соглашаемся, и нас переносят на планетоид, также зовущийся Кроном. И это тоже свой мир со своими жителями, которые не знают, что они не одни во вселенной. И на этот раз наша цель добраться до еще одного храма, по совместительству являющейся рубкой управления планетоида, и перенаправить Крон на прежний маршрут. Врагов на этот раз будет больше, и они будут разнообразнее, ведь помимо зверей и бандитов будут еще и прихвостни Шелтема. В общем, мы добираемся до рубки, даем трендюлей Шелтому и перенаправляем планетоид на верный курс. Правда, злой киборг все же сбегает домой, а значит, нам еще предстоит бой. Точнее, не нашей команде, а уже другому поколению героев. Под нашим чутким руководством. Проходит энное количество лет, планетоид достигает своей цели, сбрасывает последние варны и со временем Терра заселяется. Правда, среда обитания не слишком миролюбивая, ведь лже-бог уже поработал тут. Но когда королевство младших немного разрослись и встали на ноги, Корок собирает еще одну команду приключенцев с целью найти Шелтема. По итогу зло опять повержено, мир спасен, но не совсем. Нехороший киборг опять сбегает и на этот раз в мир Ксин, который представляет из себя соединенные платформы. И готовится к терраформации в планету, но пришедший противник меняет все настройки. Помимо этого создает помощника еще одного киборга, правда послабее, и готовится навязать свою игру. Четвертая и пятая часть Меча и Магии происходит уже на платформах Ксина, и играем мы за еще один отряд приключенцев. По итогу Корок уже самолично сходится в бою с Шелтемом, и они взаимно друг друга уничтожают. После чего начинается трансформация Ксина, и платформы становятся планетой, которой дают название Энрод. Прошли тысячелетия, далее события разворачиваются в первой части Героев Меча и Магии. Место действия планета Энрод и одноименный с ней материк, на котором за власть борются четыре правителя, управляющие, так сказать, своим народом и мечтающие захватить другие, дабы править одному. Древние на этот счет, или как их тут называют богами, ничего не имеют против, ведь это объединит земли под одну власть. И в борьбе сходятся рыцари, волшебники, варвары и чернокнижники. Нежить ведь тоже люди, хотя и созданы Шелтемом, а не древними, и тоже хочет жить. Игрок выбирал одного из и приводил его к победе, но по канону жанра побеждает лорд Марглин, рыцарь. На него и ставили древние, и на континенте начинается мир. Пока лорд не умирает, и настает пора выбора нового правителя, и провидцы должны обратиться к богам за советом, а те дать свою рекомендацию, кто более подойдет на пост короля. Но вдруг все оракулы гибнут, и связь с центром на время прерывается, да и наследники лорда понемногу начинают вымирать. В живых остается лишь два преемника – рыцарь Роланд и чернокнижник Арчибальд, который во всем винит Роланда, да так, что тот быстро покидает столицу. И с этого начинается вторая часть Героев Меча и Магии. На выбор игроку давалось две фракции – за свет, где мы оправдывали Роланда и возвращали ему власть, и за тьму, где мы узурпировали власть и искали сбежавшего братца. По сюжету Роланд побеждает, доказывает свою невиновность и вновь объединяет королевство, а своего братца превращает в камень в назидании своим врагам.
И вроде бы теперь можно жить долго и счастливо, только счастье продлилось всего несколько лет, и на многострадальный Энрод спустилась новая беда, которая принесла огромные изменения для всего мира, но об этом в обзоре Меча и Магии 6. На этом все, всем удачи и подписывайтесь на канал.